Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор новинок из каталога Oriflame номер 9, и это целая новая серия, которая называется On Color. Она пришла нам на замену серии Color Box. Это молодежная драйвовая серия, и сейчас мы с вами посмотрим пудру для лица и румяна. Пудра у нас вышла в 3 оттенках, а румяна 2 оттенка. И посмотрим все поближе, чтобы иметь представление, какой оттенок заказывать для себя. Итак, 3 оттенка пудры. Начнем с фарфорового и внимательно рассмотрим дизайн. То есть это такая небольшая, удобная пудра, которая легко помещается в руке. У нее открывашка простая, то есть не надо нажимать куда-то, просто снизу поддеваем, и вот так открывается. Есть у нас специальная пуховочка для того, чтобы пудру нанести, и здесь пленка защитная. Пленочку можно потом будет уже убрать, когда вы будете пользоваться постоянно. И можно пользоваться как пуховкой, так и любую кисть пушистую, которая специально предназначена для пудры, использовать. Какой же это оттенок? Он подходит для светлой кожи. То есть прям светлый-светлый оттенок. По качеству очень шелковистая. Если сравнивать с пудрой Zevan, мне кажется, это даже более шелковистая по ощущениям и приятная. Блеска не вижу в пудре, то есть она матовая абсолютно. И посмотрим остальные оттенки. Следующий цвет нежный бежевый. Нежный бежевый. Он уже на тон темнее, чем фарфоровый. Я вот так вот сделаю рядышком. То есть уже заметно, что на тон темнее, но все-таки еще достаточно светлое. Для лета, если у вас кожа загорелая, то, скорее всего, нужно рассматривать оттенок теплый бежевый. И я открываю третий тон. На самом деле не совсем удобно открывать пудру, но нужно прикладывать какое-то усилие. И третий оттенок, да, вот он действительно уже такой бежевый, для лета, для загорелой кожи самое то, что нужно. Итак, повторю, в серединке фарфоровый, немножко я нарушила ход событий, нежный бежевый и здесь теплый бежевый, три цвета. Итак, вот такие три новые оттенка серии On Color. Выбирайте себе, какие вам больше нравятся, естественно, по своему типу кожи, по цвету даже кожи, а не по типу кожи. И желаю вам красивого личика. А сейчас посмотрим румяна. Два оттенка румян у нас есть. Один розовый и второй коралловый. Сейчас разберемся. У них прозрачная крышечка, тоже небольшая такая форма упаковки. Но на самом деле у меня были из предыдущей коллекции такие румяна. Их очень надолго хватает, несмотря на то, что их кажется так мало. Обычная такая открывашечка без кнопочки. Итак, розовый цвет. Так, это я коралловый открыла. 388-11. Это коралловый оттенок. Давайте его тоже попробуем. Так, на пальчик. Красивый такой освежающий цвет. Коралловые оттенки, они всегда освежают. И розовый. Его код 388-10. Вот, из сравнения. Но, на мой взгляд, это такие вот молодежные оттенки. Хорошо подойдут молоденьким девушкам. Или взрослым дамам освежить немножечко лицо. На так, прям вот капельку румян добавить. Особенно вот коралловый цвет, мне кажется, будет очень популярен. Теперь по ощущениям. Тоже текстура такая шелковая. Очень приятно скользят румяшечки по пальчикам. Прикольно. И хорошая цена у этого продукта. Смотрите на акцию. При покупке двух продуктов, то есть вы можете взять румяна и пудру, например, или двое румян, или две пудры. То есть главное, чтобы было два продукта со страничек 141-149, то есть входят и другие страницы. И тогда они идут по более выгодной цене. На это тоже нужно обращать внимание и самим, и наших клиентов. Это поможет вам увеличить объем заказа и подарить выгоду своим клиентам. Нужно это обязательно использовать. Спасибо вам за внимание. Желаю чудесного лета, классного настроения. Если есть вопросы, пишите в комментариях под видео. Если видео полезное, с вас лайк.
Подписывайтесь на наш канал. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!